Ну, привет, привет всем. С вами Вероника из Америки, около Бостона я сейчас нахожусь. Я приехала сюда на воркшоп. Абрахам Хинкс видит сзади меня эта комната, где все собрались. Это мы сейчас в Хилтоне, отель Хилтон. Гляньте, какая здесь камера мощная. Это все будет наверняка записываться на эту камеру. Вот, в общем, о боже мой, я прям аж excited. В общем, там такое сиденье впереди, сейчас я подойду записывать нельзя будет, но я попробую. Это та самая основательница, когда фильм «Секрет», это «Закон притяжения», все это ее, так сказать, идея, да? Абрахам Хинкс, и ее зовут Эстер Хинкс. В общем, она приезжает сюда. Смотрите, воркшоп начинается через 49 минут. Вот там вот так, это сиденье знаменитое. Сейчас я подойду поближе. Из аудитории вызывает людей вот туда, на то сиденье. Видите, впереди. И люди задают вопрос. Я смотрю, мужик там сидит, вот видите, в самом первый ряд сидит, что-то пишет. Вот. И она отвечает, так сказать, вот эти вот самые, так сказать, высокие. Я даже не знаю, как это объяснить. С точки зрения самых высоких философских понятий на сегодняшний день, которые существуют в мире, вот она дает ответ. Причем вообще речь у нее такая потрясающая. О боже, мне не верится, что я ее увижу вживьем. Видите, какие софиты черные, вон они там. Workshop begins через 48 минут. Видите, вон написано begins, начинается. Бля, народ готовится, пишет прям вопросы, наверное. В общем, на вот это сиденье, видите, сиденье впереди. То есть, если пригласят меня, то как будто я, наверное, там буду на нервах. Сюда. Оделась сегодня. Пиджачко здесь просто. Ну, все так по-простому одеты. Я прям так, прям бизнес-леди. Народ здесь. Такой народ весь enlightened. Здесь столько всяких CD, DVD. Вот такая вот публика. Конечно, сюда приходит самая такая продвинутая публика, естественно. Думаю, что простые люди сюда не приходят, да? Смотрите, какой красивый отель. Какое интересное structure, да? Строение такое. Такое необычное. Ну, я, может, позже пройдусь, покажу, но пока что вот какая красота. Называется он Хилтон. Он недалеко от Бостона. Город называется Вобан. Народ просто вот так вот в бассейне балдеет, а мы здесь будем напряженно, умственно работать. А? Боже, я не представляю, если меня туда вызовут на это хат-сит, это горячее сиденье. Надо будет там сидеть и при всех задавать вопросы, причем надо будет его хорошо сформулировать. Вот, потому что все это будет в записях, и это будет циркулировать в интернете. И, короче, останется на века в памяти. Вот, так что сейчас мне надо пойти накидать какой-то приблизительный вопрос, если вдруг меня вызовут. Снимать нельзя. Сейчас, наверное, мне делать замечание. Вот, я снимаю то, что нельзя снимать. Закончилось представление наше. Шли мы, вышли, все, закончилось. Со мной вон он, элеватор, вверх, такой красивый. Когда выходила, один мужик был, спрашивает: ты обратила внимание, как тебя камера все время выхватывала из общей аудитории? Я говорю: да, обратила. Ты такая фотогеничная, фотогеник по-английски. Я говорю: ну да, обратила. Я смотрю на Эстер, она разговаривает, ну, с кем-то, да, допустим. Смотрю мое лицо на огромном экране. Смотрю, так, полупрофиль. Говорит: ты very photogenic. Я говорю: ну, я заметила. Так что, кто хочет быть такой уверенной в себе, я не боюсь камеры. Так что снимайте видео, да? В общем, сейчас сядем, я расскажу, поделюсь эмоциями. Хотя, наверное, несколько дней это займет. Все,
все это складировать у себя в голове. Кстати, я купила запись сегодняшнюю, мне должны прислать на CD. $35 заплатила. И вот сейчас еще покажу кое-что, что я здесь купила. Потрясающий ивент, это событие. Просто потрясающе. У меня просто все колотит, я вся горю. Настолько интересно, настолько она потрясающая, как она умеет так. Я буду постепенно вспоминать, что я буду вспоминать, я буду рассказывать, наверное, даже включать видео в будущее. Это вот такая одна из таких вот колода карт, как бы. Law of Attraction. Сейчас достанем карточку, какая нам на сегодня выпала. Закон притяжения. Блин, что тут у нас выпадет нам? Всем вам, все, кто меня смотрит. Сейчас я буду рассказывать постепенно, что было, что люди спрашивали. Все это запись будет. Я оплатила $35, мне должны прислать запись в CD. Так что будет так? Вот я достаю карточку, допустим, вот это. I let my action be action and joy. Я разрешаю моему действию быть действием в радость. Joy – это радость. Вот joy – последнее слово, радость. Началось с того, что вышел парень. И такие люди, посмотришь на них, обычные люди, они начинают говорить, многие там уже слушали по 10 лет ее, слушали, вдохновлялись. Одна пришла девчонка, девушка, лет 30, наверное, она говорит, я вчера только вас обнаружила, я вообще в диком восторге, но I'm heartbroken, типа разбитое сердце у нее. 4 года она встречалась с молодым человеком, и вот, говорит, 2 месяца назад мы с ним все порвали. Разорвали отношения, поэтому и вот как Эстер ее выводит на понимание, что она говорит, ну что, я уже не смогу его вернуть. Она говорит, как долго вы думаете, что вот это вас с позиции страдающей, с позиции того, что у вас чего-то нет, ничего не получится. Надо выровняться с этим source, и тогда только вы сможете притянуть что-то положительное. Она говорит, так что я не смогу его вернуть? Она говорит, только когда вы будете true to yourself, когда ты будешь вот слушать свои эмоции, свои vibrations и быть aligned, как она все время употребляет это слово, только тогда к вам прикрутятся, войдут то ли те, которые были в жизни, или те, которые будут хорошие, которые вам, притянутся. В общем, началось с того, что парень вышел первый, значит, это очень было, в 9 утра. Я вообще так сбивчиво рассказываю, потому что у меня столько всего, столько информации в голове. Надо как-то ее складировать, синтезировать и подумать. И вообще хорошо бы еще все это послушать, и не один раз. Я рада, что придет CD, и я смогу послушать. Началось все с того, что вышел парень, он говорит, я слушаю уже вас на протяжении нескольких лет. И вот в последнее время я замечаю, что я вхожу в этот alignment, так называемый. И когда я вхожу, у меня такое чувство bliss, это такое вот там счастье. Вот эти моменты такие недолгие, но вот они просто, я просто счастлив. И часто, это случается, когда я вот посплю немножко днем, и вот у меня такое вот, настолько такое, я же весь аж вибрирую. Вот так интересно. Она говорит, чем дольше ты их сможешь протягивать эти моменты, тем... Так это должно быть. Это мы ступоримся в наших каких-то проблемах, в наших каких-то, что не получается, и мы продолжаем бить, как она говорит, beat the drummer. Поднимали руку очень много людей, очень много ее слушают уже годами, вдохновляются, и многие говорят, вот я из-за того, что я слушаю, у меня в жизни все. Я вот так вот отношусь, по большому счету, пофигистски ко всему. Не акцентируюсь на... не проблемах, а наоборот, нет, и не надо об этом думать, не надо думать о проблеме, все тогда как-то вот концентрируешься на хорошем. И вот она говорит, что вот если, например, как едешь по дороге, по трассе, и вот ты не замечаешь, как ты съезжаешь за линию, если ты не замечаешь, да, а потом ты еще дальше, и вообще чуть ли не в кювет. Так, говорит, и с нашими чувствами мы не слышим сами себя, мы не слышим, что нам там эмоции, наши vibrations нам... нас как бы предупреждают, мы не слушаем, и уже мы уже вообще в кювет скатываемся, проблемы наваливаются огромным навалом, и тогда, очень сложно вернуться назад в свою первоначальную такую вот
ну, позитивную энергию. И тогда, когда ты в этом позитиве, когда все к тебе притягивается, все вокруг тебя, вот эти все хорошие энергии, swirling around. София Бостона. Это вот лобби, там бассейн. Вот там вот вверху мы были. О, там вверху. Все, уезжаю. Будем общаться дальше с машиной.